На город опускается ночь, и на улицах Балакова появляется техника Балавтодора. Приводить в порядок дороги удобнее в это время суток, и график этой уборки разрабатывается в течение дня. Особое внимание на подъездные пути к объектам социальной сферы. И поскольку в школах сейчас каникулы, а в секциях и кружках карантин, то в первую очередь убирают дороги, ведущие к детским садам и медучреждениям. Значит так, в ночной план внести еще несколько сортировок. Это 65-й садик. Это детский садик в Дзержинском, детскую поликлинику в Жилгородке и детский дом около Академии права. То есть там колонны будут ходить по маршруту, надо немножко туда завернуть и тракторами все это дело подработать. Метель, которая длилась больше суток, заставила внести корректировки в ежедневный график работы дорожников. Ночная смена начинается в 22:30. Объем работы увеличен, а потому вызывают дополнительные силы Балавтодора. Василий Николаевич, ты у нас уже отдохнул немножко. Выходи, поработай. Ага, все, спасибо большое, Василий Николаевич. Каждому работнику ставится задача, куда ехать и что делать. С вечера перед тем, как по улицам прошла снегоуборочная техника, производилась посыпка дорог песко-соляной смесью. Гребенку, которая получилась из-за сырого снега, снимал грейдер. Вычистить 176 километров дорог – это дело не одного часа, особенно когда вдоль проезжей части припаркованы автомобили. Наиболее сложным оказался участок на шоссе Королева. Здесь на обочине стояли десятки грузовозов, которых не выпускали на перекрытую из-за непогоды трассу за ГЭС. И поди поверни колонну из трех КАМАЗов, которые сгребают снег в отвалы. Им приходится объезжать стоящие машины. А когда с утра владелец на авто уезжает, то на дороге остаются кучи снега, как будто их и не убирали вовсе. Устранение продолжительного снегопада, который длился больше суток, мы в ночь вывели три колонны в количестве 16 единиц уборочной техники. Пока на дорогах работает техника, рядом с проезжей частью трудятся люди, вычищая снег там, где не могут это сделать машины. Сейчас пешеходные переходы, остановки. После прохождения техники, после создания валов колоннами, сейчас убирается, чтобы люди удобно шли на работу, выезжали. И с утра балаковцы могли заметить результаты работы дорожников. Однако ближе к обеду температура воздуха стала положительной, и снег на обочинах превратился в кашу, которая начала расползаться по дорогам. Машины колесами растаскивают снежную жижу по проезжей части. А значит, предстоящей ночью работники Балавтодора вновь начнут работу по графику, корректировки в которой внесла погода. И с учетом той немногочисленной дорожной техники, которая находится не на ремонте.